Всем привет, с вами я, Вадим Сена, игра Мафия. Мы только что закончили главу «Небольшая халтурка. Ограбление банка». И продолжаем. Смотрим, к чему это все привело. И, в общем, я думаю, смерть искусства. 1938 год. Смотрите-ка, явление Христа народу. Я уж думала звонить гробовщику. Извини. Просто полночи не мог заснуть. Я тоже. Ведь ты всю ночь ворочался в кровати. Ну, что натворил? Мне просто повезло с женой. Тут ты прав, боец. Я тут подумал... Да ладно. Сообщу в газету. А что, если нам втроем съездить на побережье? Серьезно? А работа? У нас в поле появились деньжата. Ха. Один из его дурных планов сработал? Вроде того. Собирай вещи. Заскочу к Поле и вернусь за вами. Что ты скрываешь, Томми? Ничего. Ну да, вы с Полей вдруг разбогатели, а теперь ты хочешь свалить из города. Что-то не так. Какой смысл в деньгах, если их нельзя тратить? Дело не в этом. Ты дрожишь. Даже просто стой на месте. Ты нервничаешь от чего-то. Может, сам не знаешь от чего. Да, наверное. Разберись в себе, прежде чем идти к Поле, если причина твоих переживаний в нем. С Поле все нормально, не волнуйся. Ну, значит, скоро увидимся. Зайдите домой к Поле. Ну, это будет сюрпризом, потому что... У Поля, кажись, неприятности. Погнали. Was one of the largest recorded in the state by dollar amount. The raid was executed with a high degree of violence, and although successful, did not seem to be the work of professional bank robbers. That is according to a source within the FBI who has spoken to a courier journalist on the condition of anonymity. Нет. At the time of the robbery, the chief of police was adamant that those responsible would be brought to justice swiftly. And that all the resources of the Lost Heaven Police Department were available to the case's lead investigator. However, despite conducting numerous interviews and fielding calls from the public, an actionable lead has yet to be forthcoming. Давай, мотоциклист. Проезжай. Or the perpetrators can anonymously contact their local police station. As time passes, the greater the pressure on the chief to achieve results. If he's unable to secure justice for those slain that day, and due to the violence meted out, it must only be a matter of time before the G-men take over. Да, по радио рассказывают большие неприятности, ограбление банка, там стрельба, убийство полицейских, в общем, кто-то разбушевался в городе. Это Поле вообще далеко живет. Я думал, ближе.
Еще дальше. Ничего себе. Тихо, я тут еду. Там еще полицейская машина едет. Прикольно. Сворачивает хорошо. Пускай сворачивает. Приехали. В этом районе невозможно жить уже. Что случилось с дверью? А кто его знает? Безусловно, у него хреново получалось. Они по всей бойне метались. Бежали, пока крови не истекут. Ему это не нравится. Что творилось прошлой ночью? Нет, я работал в ночную смену. Парень из квартиры надо мной опять буянил. Опять это набухался. Молли! Ну вот. Боже. Я вообще думал, он свалит. Там уже давно искали. Он навряд ли тут оставлял. Сэм. Сальери! Он знает про ограбление банка! Ты в дерьме, Том! Тебе нужно исчезнуть! Ладно. Так. Ладно. Мне нужны деньги, чтобы забрать семью и свалить. Поможешь? Да. Конечно, друг. Мне заехать к Поле? Нет. Нет, сюда нельзя. Встретимся в городской галерее. Да, хорошо. Увидимся. И спасибо, Сэм. Я всегда возвращаю долги, Том. Ты же знаешь. Да. Оли, мне пора. Прости. Выше подняться. Ой, я же говорил, что тут что-то обязательно будет. Вниз там. Прикольно тут у них парадная, конечно. Подожди тут. А не это... Вызову полицию. Что-то здесь не так. Вызывай.
Поехали не спеша в галерею. Да со мной все в порядке. Переживай. Ничего себе. Такие высокие, а открывается совсем маленькая часть. Стоять, Тоби. Происходит. Ты и Полли. Я в трудном положении. Знаю, Сэм. Прости меня, но мне надо валить из города. Поможешь или нет? Ну вот опять. Вынуждаешь меня выбирать между друзьями и семьей. Ты ведь это хотел у Полли забрать. Вот твоя доля. Ты заслуживаешь меньшего. Все равно мало. Ты его убил. Ты убил Полли. Нет, друг. Полли сам себя убил. А ты, похоже, не очень расстроен. Просто я в настроении. Знаешь, у нас с Доном полное взаимопонимание. Меня сейчас повысят. И я нашел целый мешок налички. Дон знает про Фрэнка, Том. И про шлюху. Про шлюху? Ты же сам по ней сох. Ты дал ей уйти, не я. Ты уж прости меня, Том. В нашем деле есть правила. Все это печально. Дон Сальери, конечно, очень тебя любил. Мы погрустим на твоих похоронах. Ты думаешь, что делаешь это из верности? Но это не так. Ты просто боишься. Возможно. Но ты прожил бы намного дольше, если бы хоть иногда поглядывал через плечо. Прощай. Только не мучайте его. Он все же мой друг. Все сюда, живо! Кто его замочит, тот сразу получит повышение! Отбейтесь от засады.
обычного. Уж тебе ли не знать? Кто? Никто из твоих друзей больше не умрет сегодня. Только ты. Больше не видишь.
это я. Блин, не попал. Печку еще увидеть. Где вот? Отлично, пошли дальше. Ничего себе. Хабибулин-то сгорел, да. Ты бы сделал то же самое! О, черт, да я знаю, что ты уже это делал!
Отключите его! Что, никого не осталось? Это еще не все! Кто? Это не очень хорошо. Капец. Откуда ты взялся? От заметки, Том! На забабки от наркоты можно нанять громил! Парни, валите его!
сторону. Тут меня он не ждет. Ну это как бы, кто бы говорил. В этот раз никто не отвезет тебя к врачу, сэр. Меня ты убьешь, Адон? Он же будет вечно тебя искать. Отпусти меня. И я скажу Сальери, что ты мертв. И ты исчезнешь. Как Фрэнк. Ты не высовывайся, чтобы не спалиться. Ладно? Что с ним случилось? Он скрывался в Европе. Но вдруг этот идиот начал ставить на собачьих бегах. Один друг семьи узнал его. И Сальери послал команду. А его семья? Боже. Ты не сможешь, правда? Это голосок в твоей голове. Наверное, звучит, как голос дочери или Сары. Он запрещает тебе выстрелить. И ты не можешь себя заставить. Твоя странная болтовня упрощает мне задачу. Мы классно отрывались, скажи. Помнишь, как-то я, ты и Полли мы... Я понимаю твое положение, Том, и хочу помочь твоей семье. Но я буду бессилен, если ты не дашь показания в суде. Ты ведь понимаешь это? Придется сидеть там и смотреть в глаза Сальери, Ральфи, Вини, может быть, даже отцу Сары. И по правде, я не верю, что ты решишься на это. Я сделаю все, что нужно. Но вы должны увести мою семью подальше и сделать им новые паспорта. Придержи коней. Пройдет немало времени, прежде чем Сара сможет щеголять новым именем. Простите, что потратил ваше время и свое. Мне пора валить. Стой, Том. У меня тоже семья. Жена, 4 сына. Рыжики-близнецы. Да. Так что я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Ты весь извелся из-за них и боишься потерять кого-то из близких.
Но это дело станет одним из самых громких в городе. Оно займет годы, и я не уверен, что смогу так долго тебя защищать, учитывая ситуацию. Все хотят кушать, да? Даже грязные копы. Не хочу тебе врать. В городе есть порядочные копы, но их немного. И если выбирать, кто из нас получит пулю, знай, моя жена не вдовеет. Для меня это важнее, чем спасать твою шкуру, но я постараюсь. Вы отлично делаете вид, что в этой истории вы ничем не рискуете. Но речь ведь идет о вашей карьере. На самом деле не важно, буду я жив или мертв. Вы раскроете дело Морелла и посадите Дона. Оставите след в истории. Только не думай, что знаешь меня, Томми. Сальери самое место за решеткой. Я помогу тебе, а ты поможешь мне его закрыть. Вот и все, парень. Что ж, договорились. Эпилог, 1951 год. Когда-то давно, в другой жизни, кое-кто сказал мне, что семья – это слабое место мужчины, его уязвимость. Думаю, он был прав. Ведь все, что я не делал, хорошее, плохое, все ради семьи. Я предал людей, которых считал друзьями, и взял нелегкие обязательства. Целых 8 лет я провел один. Пытаясь найти себя. Но я смог вернуться домой надежным мужем, хорошим отцом и человеком. Сейчас, став намного старше и слегка мудрее, я вижу, что семья – это огромная слабость, но еще это огромная сила. Ради нее мы встаем по утрам, стремимся к своей мечте, пусть даже она кажется недостижимой. Семья не дает нам упасть, когда у нас уже нет сил идти. Мистер Анджело? Да? Мистер Сальери передает привет. Томми! Вот теперь вас не тронут. Папочка! Теперь они вас не тронут. Помните, деньги, работа и даже друзья – все временно. Но семья… Семья – это навсегда. Вот и все. Закончилась мафия. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу игры и вообще, ну то есть вкратце я расскажу о том, что да, интересно, да, более графика более
привлекательная, чем первая версия игры. Но в те времена, когда та игра вышла в 2000 году или 2002, я уже точно не помню, тогда игра произвела фурор, потому что это была новая, новая графика, новые эпизоды, новый вид игры. И да, разработчикам в то время удалось всех порадовать, и все были довольны. Но эта часть игры тоже есть как бы свой плюс, но уже на данное время можно было и лучше сделать, можно было и более интересный сюжет, можно было вообще по-другому все это переделать, то есть оставить ту игру, не брать ее как основу, а сделать какое-то другое совершенно, ну то есть стержень, чтобы был тот же самый, а развитие из эпизоды, сценарий, в общем, другой совершенно взять. И сделать тоже конфетку. Но они, к сожалению, они взяли ту игру и на нее как бы наложили обертку. А смысл остался больше. А обертка, к сожалению, получилась не очень. Не знаю почему, с чем это связано. Это разработчикам это все рассказывать и объяснять. Мы с вами закончили прохождение игры. Напишите ваши рассуждения, ваши комментарии, ваши мысли по поводу этой игры. Так как я думаю, что многие хотели бы сказать разные мысли, разные предположения. Ну, по игре, по титрам вы видите, сколько людей работало над этой игрой, там, 2002 год. И, к сожалению, игра не убедила. Ну, то есть, интересная, да, классная, да, сюжет тоже интересный. Но если беретесь браться, улучшать игру старую, то не ломайте то, что было. Потому что в метро нельзя поездить. Там такого заставки было. Они с Вита ездили в метро и все. А так сам ты не можешь проехать. В трамвае так же самое нельзя проехать. Хотя двери открываются, но зайти в трамвай нельзя. Это, конечно, мелочи, но по сравнению с прошлой частью игры, из которой они переделывали это все, то там можно было на поезде ездить, там можно было на трамвае ездить. Можно было. И можно было это сделать. Это ничего не стоит. Да, чуть заморочиться, но вот такие вот дела, одним словом. Надеюсь, что в будущем, ну там, в ближайшие пару лет, ребята сделают и будут делать лучше. И хотелось бы, чтобы перестали переделывать старые игры и делали что-то новое. Потому что эти ремастеры, я понимаю, что в моду пошло это все дело, и там практически нечего делать, то есть бабки получать за то, что уже было придумано и сделано ранее.
Так что как бы, ну, много об этом можно говорить, беседовать. Но хочется изюминки, хочется классной игры. В ближайшем будущем планирую сделать прохождение Mafia 3 в который раз, потому что я уже не помню, дважды я, кажется, начинал проходить. Но это будет, наверное, в 2021 году. И попробую пройти третью мафию окончательно, тоже до конца, потому что у меня как-то не получилось, и в общем хочется чуть-чуть другого чего-то такого. Ребята, разработчики, сделайте более качественные игры, делайте более интересные игры с сюжетом, тем качественным, чтобы было на что посмотреть, было что приятно смотреть, приятно играть и приятно рассказывать об этом. К сожалению, есть много игр, которые вообще, я бы сказал, мусором. Они делаются, ну так, ну не знаю, может это, конечно, делают школьники. Ну там действительно игры такие, которые делают школьники. Вернее, могут делать школьники, но делают взрослые мужики, которые могут лучше сделать, но делают мусор. Опять же, забыл, как его, поляк, кажись, Качинский, или игра «Машинки». Там один человек потратил 8 или 9 лет на то, чтобы создать классную игру. И там сюжет интересный. Да, там... Но он один. Один. Это все делал. Этому. А тут вы смотрите, сколько человек задействовано. И... К сожалению. Ну, будем надеяться, будем ждать, что в будущем игры будут выходить более классные, более динамичные, более качественные. И это будут не ремастеры. Тут же честно, ремастер так достали. Они их так исковеркивают, что даже оригинал лучше, чем переделка. Хватит делать ремастеры, я вас прошу. Не делайте ремастер, потому что, ну, вы только портите свою репутацию. Несмотря на вот этих титры, тех людей, мне жалко, что это все были те люди, которые, к сожалению, не смогли сделать конфетку, изюминку, игру отлично. К сожалению, нет. Нет, еще раз нет. Да, некоторые будут спорить, говорить, что сюжет классный, сюжет, графика бомба по сравнению с прошлой частью, ну то есть с прошлой версией игры. Но опять же, много чего не видно. Невооруженным взглядом много деталей было упущено, а на самом деле, в общем, смотреться и увидеть это все. Внимательно смотрите,
Хорошо делайте. У вас все получится. Мафия Definite Edition. Всем спасибо, всем тем, кто писал, всем тем, кто ставил лайки, всем тем, кто задал вопросы, всем спасибо и ждем новых игр, которые будут нас радовать, которые будут нас увлекать и не будет нас расстраивать. Там я буду с вами прощаться. И всех с наступающим Новым годом 2021. 20-й год уходит, 21-й приходит. Счастья всем, здоровья, особенно здоровья, потому что реально сейчас мир под угрозой. И не то что военных действий, а именно вируса. Будем здоровы, будем делать лучшие игры, будем стараться улучшать то, что не смогли сделать другие, но не переделывать, ну то есть в плане не делать ремастеры, а делать что-то другое, но тоже очень интересные игры. С вами был Вадим Сена. Я всегда с вами на связи. Пишите ваши комментарии, подсказки, идеи, все, что связано с играми. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорого. С вами был Вадим Сена и игра Mafia Definite Edition. Всем удачи, всем пока.